Итак, ребятки, здорово. Я возвращаюсь домой. Сейчас нахожусь в штат Арканзас. Хотя они называют его Арканза. Так что привыкайте. Здесь такая парковка для траков прямо рядом с фривеем. Некоторые даже ночуют вот так вот. Видите, как я встал? Я так встал на брейк. Вот. Но я не представляю, как тут можно спать, потому что очень шумно. Но я хотел вам показать. Понимаете, вот специально для трактистов сделали такую парковочную эрию, большую. Тут много траков влезает. Но я вот хочу сказать, что за свиньи эти трактисты, бляха-муха. Вот все надо засрать. Вот, понимаете, сори, конечно, что это говорю, видите, мусор валяется. Вон стоит синий дамстер, ящик для мусора. Можно даже подъехать туда и прямо не выходя из трака, из окна выкинуть пакет. Ну, зачем кидать здесь, прямо на земле? Вот кто-то говорит, в Америке чисто. Всяко бывает. Есть и такие засранцы, которые вот гадят за собой. Я бы сказал, что это типа там, ну раньше я бы сказал, что это там может черный или мекс, или наши засранцы, которые поприезжали без культуры, без всего. Но я потом убедился, смотрите, это же тракисты выбрасывают все, стаканчики. Что ты не можешь стаканчик выкинуть к себе в пакет, потом выкинуть это дело. Вот. Но я потом убедился, что и местные американцы, они тоже кидают мусор. И даже в окно я видел, сколько раз бычки выкидывают. Едешь, а вдруг прямо тебе в стекло летит бычок. Какая-то падла даже не может, знаешь, выкинуть к себе в пепельницу. А бычков на тракстапах сколько валяется. Все усыпано. Это национальная, наверное, болезнь. Вот. То же самое и курение. Вот вы думаете, что в Америке никто не курит, а это все неправда. Очень часто вижу, как покупают сигареты. Просто они курят либо у себя дома, либо на балконе, либо же в машине. А так вот по улице идти и смолить, здесь, да, здесь такого вообще нет. Сейчас проверю свой груз, колеса, подушки, поеду дальше. Завтра к обеду буду дома. Груз у меня такой плавленый сыр. Еще купил, сейчас покажу. Купил в Калифорнии в мексиканском магазине мексиканских тортиков. Вот там вот их я поставил. Вон. Вот, видите, о, где-то лоудлак даже отвалился. Надо поправить будет. Поэтому обязательно надо смотреть. И купил еще, вон там тортики, а сзади авокадо. Вот коробка упала, потому что они пакуют, вон видите, сверху наложили коробок, а как мне их удержать? Вот они и падают. Так что полезу сейчас цеплять лоудлаки, коробку надо закинуть куда-то. Ну вот, так что такие вот дела. Ну все, завтра уже буду дома, буду уже снимать видео где-то из дома. Так что все, до завтра.